Почти весь центр города в воскресенье будет перекрыт из-за проведения масштабного полумарафона «Красная нить». Маршрут проложен по 8 улицам и 2 проспектам областного центра. В связи с этим с 5 утра до 15:00 7 июля будет ограничено движение всех видов транспорта на центральных улицах города. Автомобилистов просят заблаговременно планировать свои передвижения. Мы стартуем по площади, от площади Пушкина, выбегаем в сторону главпочтамта. Потом поворачиваем на проспект Ленина, затем поворачиваем на улицу Крутицкую, выбегаем на Шереметьевский проспект, пересекаем Соковский мост, поворачиваем на улицу 8 марта, поворачиваем затем на улицу Калинина, затем на Громобоя, опять выбегаем на проспект Ленина, добегаем до улицы Карла Маркса, дальше мы идем по Карла Маркса, выбегаем на Шереметьевский проспект, полностью пробегаем весь Шереметьевский проспект, выбегаем на улицу Красная Армия, добегаем до площади Победы, поворачиваем на улицу Багаева, после этого мы поворачиваем на улицу Почтовую и вниз, мимо почтампы, спускаемся уже опять на площадь Пушкина. Поэтому вот все жители города Иваново, которые вот находятся внутри этого кольца, будьте добры, отнеситесь с пониманием. По улице Палехская на участке от улицы Багаева до Варенцовой будет организовано двустороннее движение транспорта. Также власти позаботились о парковке. Оставить машины можно в Аптечном переулке и у торговых центров «Полет», «Пассаж», «Тополь» и «Лента», что на улице Карла Маркса.